вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, гости нашего сегодняшнего праздничного мероприятия. Сегодня мы чтим память тех героев, которые отдали жизни для того, чтобы сегодня у нас было мирное, мирное небо над головой, для того, чтобы мы могли жить и радоваться жизни. Сегодня мы благодарим всех ветеранов, которые сегодня еще с нами. Огромное вам спасибо за то, что когда-то, много лет назад, 74 года назад, вы не жалели своей жизни и дали нам возможность этой прекрасной жизни сегодня. За это вам огромная благодарность. И хотелось бы в дополнение пожелать всем молодым людям, ученикам и нашим потомкам, чем сильнее мы чтим и помним те подвиги, которые совершили наши отцы, деды и прадеды, тот ужас, который происходил во Второй мировой войне, ту отвагу, которую наши воины проявили в Сталинградской битве, победив в этой войне, тем дольше мы с вами будем хотеть жить под мирным небом. Вот я вам этого желаю. А ветеранам огромное-огромное спасибо и низкий поклон вам. Поздравляю 74-й годовщины победы Сталинградской битвы. Уважаемые жители и гости городского округа, сегодня мы отмечаем 74-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. День воинской славы. 200 огненных дней и ночей сталинградского ада. Сотни тысяч погибших и раненых. Вот цена той победы, в результате которой фашисты так и не смогли перейти через великую русскую реку Волгу. Я от души поздравляю вас с этим великим праздником. В этот день хочется сказать слова истинной благодарности всем ветеранам, ныне живущим, защитникам, детям Сталинграда, труженикам тыла, вдовам за то, что вы выстояли и победили. Пожелать вам всем здоровья, благополучия, мира и добра. В этот день мы преклоняем свои головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений и умер впоследствии от болезней и ран. Вечная память об их подвигах навсегда сохранится в сердцах наших и грядущих поколений. Добрый день, уважаемые михайловцы, уважаемые участники Сталинградской битвы, ветераны, вдовы, дети войны. От коллег-депутатов Волгоградской областной думы, от председателя Николая Петровича Семисотова, от себя лично искренне хочу поздравить всех с 74-й годовщиной победы Сталинградской битвы. Я хочу пожелать всем, чтобы такого больше никогда не было. Всем мирного, чистого неба над головой. К сожалению, наши ветераны уходят, их остается все меньше и меньше. На сегодняшний день в городском округе 13. Да, время идет, годы тоже идут. Поэтому всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И спасибо за ваш подвиг. Низкий вам поклон.